Итак, всем огромный привет, мои дорогие! Это самый позитивный канал и самый позитивный блог, и самое позитивное я. Все как вы хотели, все как вы заказывали. Теперь никаких жалоб, никакого уныния, только радостная радость, счастливое счастье, любовная любовь, успешный успех и все в таком репертуаре. Да, теперь только так и никак иначе. Так, ну что сказать, в этот раз вы меня не особо ждали, не особо искали, поэтому я и не особо торопилась выходить на связь. Вот, кстати, я посмотрела аналитику своего канала и поняла, почему так вообще происходит, и кто и что есть такое моя аудитория, и сделала для себя определенные выводы, и выводы такие, что у меня теперь полная творческая свобода, потому что, как оказалось, я вообще не завишу от своей аудитории, потому что ее практически нет. То есть все, значительная часть людей на моем канале, которые меня смотрят, это люди приходящие и уходящие, то есть, ну, случайные пассажиры и очень низкий процент постоянных зрителей. Вот такая вот вещь, поэтому не под кого подстраиваться, что хочу теперь, то и ворочу вообще. Полная творческая свобода. Вот, не обязательно учитывать чьи-то вкусы. Итак, сейчас мы идем на очень веселую, классную, позитивную улицу, садимся позитивно в автобус, едем в Сбербанк. В Сбербанк хочу получить там свою дебетовую карточку. Я заказала себе новую дебетовую карточку, потому что моя старая, она потерлась, как-то плохо читается. Ну и срок годности скоро у нее, в принципе, истечет. Просто решила заказать новую, заберу карту. Потом прогуляемся пешочком, вообще посмотрим, что там в городе происходит, какая движуха, что там люди делают вообще, как там жизнь кипит, пока я сижу тут в этих застенках. И прогуляемся, значит, пешочком до офиса компании СДЭК, чтобы отправить посылочку в Беларусь. Да, я вот сидела, думала и решила, что уже можно. Дело в том, что доходит посылочка достаточно быстро, а мне надо было ко дню рождения отправиться к своей приятельнице, поэтому... как бы слишком рано отправлять, как бы ни к чему было. Поэтому только вот, только сейчас вот я решила идти. Ну, думаю, все равно придет раньше срока, но тянуть уже дальше некуда. Так, сейчас буду все складывать вот в большой такой пакет, потому что вот этот, я думаю, у меня порвется. Там очень удобно, там предоставляют коробочку. Что еще надо? Еще надо, я думаю, подписать, думаю, надо открыточки подписать, масочки тут всякие разные, для лица, для рук, для ног. Вот такая вот, посмотрите, красивище открыточка, боже. Я ее когда увидела, я прям сразу влюбилась. Возможно, потому что мне нравится вот такой вот цвет. Ну, вы видели, в моем гардеробе присутствует такой цвет. Очень красивая, такая свежая, весенняя. И здесь хороший стишок, но надо дописать. Я не люблю обезличенные открытки. Я вам уже как-то раз рассказывала, что открытка не подписана. Это просто кусок картона бездушный, который можно, вот там, если стол качается или холодильник, свернуть 4 раза, подложить под холодильник, не жалко. Поэтому открытки обязательно надо подписывать. Так, вот такой вот милый чай. Всякие крема, шоколадка. Купила вот такой вот интересный мед. Взбитый мед, мед суфле с имбирем. Вот, сама не пробовала ни разу, но такой интересный десерт. Если еще встречу, разочек себе куплю попробовать. Что тут еще? Ну, всякая всячина, там кофе, вкусняшки. Купила белевский мармелад. Хотела, конечно, пастилу, но пастила такая, знаете, как будто там пустая вообще коробка. Она ничего не весит, эта пастила. Мармелад хотя бы весит что-то. Белевские сладости, они как бы самые натуральные. Ну и самые не дешевые. Ну, хотя бы приличный состав. Пюре яблочное, малина протертая, клюква протертая, черная смородина протертая, пектин. Регулятор кислотности, лимонная кислота, сахар. Хотя бы натуральный, приличный состав человеку отправить. Так, тут еще кружечка есть, не буду кружечку показывать. Кофе, вафли карамельные. Так, сейчас сюда вот это все отправлю. И мы с вами быстренько-быстренько побежим. Отправлять это все дело. Работает, по-моему, до 8.
аж до 8 часов все это дело. Поэтому можно не спешить, с одной стороны, а с другой стороны, что кинуть. Так. Здесь ничего не помнется. Сейчас будем подписывать открыточку. Какой ручка, интересно, оранжевый или зеленый? Жаль, что это не прямой эфир и нельзя проголосовать. Зеленый или оранжевый? Оранжевый или зеленый? Так. Чтобы написать. Ой, кстати, внутри тоже красивое. Посмотрите, какой разворот. Прям весна-весна. У меня, кстати, тоже день рождения весной. В мае будет сколько мне? Наверное, уже 32 годика. Вот такая вот ситуация. Ладно, сейчас я сосредоточу на подписании открытки, и мы встретимся с вами на улице уже. Я уже приехала в банк, сейчас иду забирать свою карточку. Жду, сижу. Так, я вышла наконец-то. Какая жара там. Погода хорошая. Немножко жарковато уже в пуховике. Но ничего. Смотрите, какое небо красивое. Булочками пахнет какими-то. Где-то здесь булочки, видимо, пекут. Какой аромат. Кушать хочется. Так, я уже в лифте поднимаюсь домой. Зашла за продуктяшками. Сейчас, видимо, будет нас с вами мукбанг с окрошкой. Нагуляла аппетит. Собаки резвятся на улице. Веселуха. Короче, весна полным ходом. Выглядит как нереальный, как будто нарисованный какой-то. Это впервые за долгое время такой красивый закат. Я с осени, наверное, не видела таких закатов красивых. Небо было все какое-то, знаете, затянуто пеленой серой. И не было этой красоты. Посмотрите, боже мой! Как розовая сахарная вата. Обалдеть. Так, это снова я. Ну все, я довольна сегодняшним днем. Я сейчас поставила варить картошечку. Ой, Арина меня лапой потрогала. Арин, так неожиданно, прям так тум-тум, мягкой лапой за локоть. Вот, поставила варить картошку, и потом сварю яйца, и буду готовить окрошку. Будет у нас, наверное, с вами мукбанг, вместе поедим. А может быть, я одна поем, не знаю, наверное, вместе. Купила еще вот такую шоколадку к чаю по акции. Ну, мне все равно, сладко это вообще вредно. Какая разница, каким вкусом травиться, какой шоколадкой. Вот, фикс прайс заходила. Этот самый ужасный, самый какой-то неопрятный фикс прайс в нашем городе. Хоть и в центре находится. Купила там вакуумный пакет. Написано с ароматом лаванды. Мне, конечно, никакой аромат лаванды вообще отродясь не нужен. Но просто второй вариант был с крючком. А зачем мне с крючком? У меня уже был с крючком, он мне не понравился. Совершенно он маленький. И этот крючок, он только потом место занимает в сумке или в чемодане. Если вот как раз таки вакуумные пакеты же некоторые используют не только для хранения вещей, но и для транспортировки.
Ну, купила себе для дома вот такие заколочки. У меня на голове 3 волосины, поэтому нормально вот подкалывать челку, когда умываюсь, и вот такие 2 резиночки. Симпатичные. Так, коротко, видео уже и так подзатягивается, расскажу, как у меня дела. Никаких особых новостей нет, жизнь течет привычным чередом. Что касается визы, это как бы самый часто задаваемый вопрос. Все мне пишут там в соцсетях, что когда там ты получила, не получила, а не получили пока. Что-то ждали, ждали, но у меня терпения достаточно, у мужа нет. У него лопнуло терпение, он позвонил, спросил, что такое, почему не дают. Ему сказали, что не беспокойтесь, мы дадим, все хорошо, подождите. У нас типа в отделе там за месяц было 2 вспышки, сами знаете чего, какого вируса, типа из-за этого некоторые там в работе заминки. Подождите, короче, в апреле, до апреля. Вот такие новости, подождите до апреля. Ну что мы можем сделать? Я ничего не могу сделать. Я сделала все, что я могла. Все, что я могла, я сделала. Что я могу сделать? Я просто бессильна в этой ситуации. Все. Я умываю руки. Я все сделала. Я не буду себя за что-то там корить или винить, если что-то не получится. Потому что я попыталась. Я сделала все. Теперь от меня ничего не зависит. Вот так вот. Итак, всем огромное спасибо за внимание. Встретимся за ужином. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и пока-пока!